Mr. Skipper, what did you say about me? I said your fat ass needs to hit the gym. Хотите получить приз? Какой приз? А самый лучший приз. Это сюрприз. Я буду кидать вам шарики, а вы их лопаете. А в одном из них будет приз. Призы я люблю. Сынок, удивлю. Ну давай, давай, кидай. Пусто. Та-дам! Мам, ты что делаешь? Жопка ща. В 3 часа ночи? Да, блять, в 3 часа ночи. Это у тебя все впереди. А у меня уже все сзади. Я пытаюсь запрыгнуть в последний вагон. Что? Что-что? Влюбилась, блять, вот что. Давай, в интернет запускай. Посмотреть кое-что. Чё посмотреть, пап? Как будет серая птичка на китайском? Алиса, серая птичка на китайском. Хуйня. Ты чё мне тут включаешь? Да я чё, пап? Телефон забираю. Понасмотрятся своих шмиктоков в этом интернете. Потом матерятся ходят. Бутылка кефира полбатона, а мы сегодня снова дома. Но ходит слушок, что батя петушок. Чё? Был... Guys, I don't know what's wrong with my cat. Why does he look like that? What is wrong? Please help! I miss my wife, Tails. I miss her a lot. I'll be back. Никто в лесу пещерит! Эй, танцующий никто! Мистер Наши Фиш, это наш лес, а не ваш! Вы нам мешаете спать, и поэтому кыш! Фишки, пойте, пойте вместе, кролики, пойте, пойте вместе. Мы все слышим, ваши крылья, птицы в лес уже прилетели. Мистер Наши Фиш, это наш лес, а не ваш! Вы нам мешаете спать, и поэтому кыш! Фишки, никого не бойтесь, гнездышко в своих устройтесь. Мы все зимой вас прождали, чтобы слух наш услаждали. Это наш, только наш лес, всем вернатый домой! Песни радости весны, песни обожаем мы. Хоть еще и без частицы, песенькой весной пить. Пусть расскажет ваши крылья птицы, в лес наш прилетели. Только наш лес, а не ваш! Но так как вам нет 18 лет, деньги переходят вашей мамке! Где пакет с вещами? Какой пакет? Вот я все купил! Туалетная бумага, зубная паста с концем и докторская колбаса. Трусишки Армани Гуччи Прада! Гляди, какая рубашечка! Ну, как размерчик? Шторку подержите! Ай, ты ж моя сладкая! Жимолость моя сладкая за 1000 рублей даю! Муа! Не, не надо! А что ты со мной делаешь, цветок дикий? 800 рублей! Муа! Не, спасибо! Я сказал 800 рублей! И больше всего, конечно, переживал Красный. Верните Биг Мак, сволочи! Ладно, не только Красный. Верните пирожок с вишней, гады! Help!
me. Jeff? Yeah. Ну теперь вы понимаете, насколько давно я ходил в музыкальную школу. Ты себя вообще в зеркало видела? Катя Клэп в старости! Ой, я за долгие годы почувствовала себя счастливой. Но ты же хочешь, чтобы я была счастливой? Ну да, я отъебись!